Сеть магазинов «Ишонч» продолжает расширять географию. На этот раз открытие 27-го и 28-го центра состоялось в городе Андижан и Мархаматском районе. Торжественная церемония сопровождалась не только развлекательной программой, но и розыгрышем ценных призов. В качестве подарка для жителей Андижана мы открыли 27-й филиал магазина «Ишонч». В нашем торговом центре имеется свыше 7 тысяч наименований продукции. Спорттовары, бытовая техника, стройматериалы и так далее. Люди могут приходить и покупать. Для пенсионеров достаточно паспорта для заключения договора о приобретении того или иного товара в рассрочку. Кроме того, мы осуществляем бесплатную доставку и установку той или иной бытовой техники. Мы создали более 100 рабочих мест в Андижане. Основная фишка этого магазина – это возможность получения товара в рассрочку. Рассрочка платежей – распространенная практика во всем мире. Ее суть заключается в том, что стоимость товара с надбавкой оплачивается покупателем по частям в течение нескольких месяцев небольшими частями. Для оформления покупки в рассрочку вам нужно лишь наличие паспорта. Также в сети магазинов «Ишонч» предоставляет гарантии по каждому изделию, возможность оплаты посредством мобильных приложений. Нас пригласили в торговый центр «Ишонч» в Андижане. Мы и раньше участвовали в открытии филиалов этого торгового центра. Очень рад за них, желаем здоровья и успехов в этом деле. Достаточно предъявления паспорта, и вам на доверие отпускают товар. Раньше было трудно что-то купить в рассрочку, нужно было предоставлять какие-то справки и кучу документов. Обойдя магазин, тут можно найти почти все товары, начиная от посуды, заканчивая шинами для авто. Нам удалось стать очевидцами первой покупки. Мы купили телевизор. Спасибо всем тем, кто открыл этот магазин. На Новый год этот телевизор станет хорошим подарком для внуков. Хочу поблагодарить «Ишонч». У них все есть. И регистрация несложная. Я купила 2 кулера и микроволновку без каких-либо трудностей. Хочу еще раз поблагодарить их. Еще один филиал «Ишонч» начал свою деятельность в городе Андижан. Сегодня для андижанцев большой праздник, и думаю, это большое удобство для них, чтобы их быт стал еще лучше. Они могут приобрести все, что нужно, и современные телефоны, и стройматериалы, и предметы для дома. Вы можете прийти только с паспортом, и мы оформим сделку в течение 15 минут. Вдобавок к вашей покупке, в качестве бонуса мы дарим вам еще одну вещь из нашего магазина. У нас вежливый персонал. Еще мы даем гарантию на нашу продукцию. В целом в магазинах сети «Ишонч» работает свыше 2000 молодых людей. Добавим, «Ишонч» в дальнейшем планирует увеличить количество филиалов по всей республике. Кроме того, в 2021 году компания планирует организовать магазины в Сырдарье, Самарканде, Бухаре, Кашкадарье, Наваи, Хорезме, Сурхандарье, Джизаке и республике Каракалпакстан.